как учимся, как знать, как через несколько лет, как в «Спартак» бороться за первое место в молодежной первенстве. Пока что для нас результат это не самое важное, а место еще есть. «Спартак» давал еще вокруг, но 70-й номер Егорный Курс, который вышел на замену. Забил четвертого ворота Уфы. Прокомментировали на пол, потому что все-таки для нашего молодого голкипера Егора Позднякова, который не так часто появляется в рамках молодежного первенства, это тоже экзамен. Выстрелить стенку, как удар, и смотрим, болеем за нашего голкипера, нашего Егор. Просто положил приятно. Предпоставить просто классный удар. По-моему, это был не совсем убедительный номер. Это 6 на 6, наверное, показали «Спартак». Молодежь со «Спартака» очень держать. Алло. Вместе со сценой команды «Спартак» забил Егор Никулин, номер 70. 8-1. Ой, здорово, Никулин 1-1. 2-0. Великолепная передача игровых. Просто потрясающе. Или ломаюсь. Гол точно забил Никулин. Там не метил, что ставил. Не метил. Перещается на эти два. Так, еще. Да, ломаюсь. Да, потрясающе. Потрясающе. Никулин мог... Чуть ниже будет играть. Да? Никуда. Вперед, вошел в штрафную, прострел, рикошет, момент, удар, 1-1 тут все становится. Отыгрывают. Хорош, пацаны, еще! Счетчик, кстати, хорош, ловим! Давай, Саня, хорош, давай, ребят!
Цыганков. Сокол. У Бояринов. Закрутился Данил. Но подачу выполнил. И Никулин забивает второй мяч в ворота Крыльев Советов. Ну что? Никулин снова стал автором второго гола в ворота соперников молодежной команды «Спартак». Ну, сейчас все здесь сделал левый край. Здорово всех там обыграли. На фланге полубояль.